я с этот ПТР работал по улице не один. Все происходит по одной и той же схеме. Чтобы не было лишних жертв среди мирного населения. Сначала войска идут и не уничтожают сразу жилые массивы. Когда БТР зашел вовнутрь, уже по определенным точкам, откуда велся огонь по пехоте, которая зашла через проспект Победы,